Дорогие наши зрители, 25 августа в Санкт-Петербурге должен был состояться большой концерт известного российского артиста, юмориста Михаила Вашукова. Сегодня рано утром на телевидении сообщили о том, что концерт отменен по непонятным причинам. К большому сожалению, в этом году на территории России Михаил Вашуков уже не выступит. Сегодня ночью Михаил Вашуков со своими родственниками уехал из России в Испанию. Там он будет проходить длительные обследования, а зачем ему будет назначено лечение. Что произошло в жизни с известным российским артистом, пока не уточняется. Сейчас за это переживает вся страна. Никто не знает подробностей, друзья, но мы уже в следующем выпуске мы будем готовы рассказать вам более подробнее о том, какие перемены произошли в жизни известного российского артиста Михаила Вашукова и что с ним произошло. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, друзья, и до скорых встреч на нашем YouTube-канале.